Лагістаў з новага навучальнага года будуць рыхтаваць у Магілёўскім дзяржаўным політэхнічным каледжы. Зараз на дзве групы гэтых спецыялістаў накіравалі прадпрыемствы ў Магілёвай вобласці заказ, у тым ліку і Магілёў Ліфтмаш, і Магілёў Хімвалакно. 70 год ва ўстанове адукацыі даюць моладзі першую працоўную спецыяльнасць, якая будзе запатрабавана. За гэты час тут падрыхтавалі больш 35 тысяч спецыялістаў у розных сферах. Матэрыял Крысціны Каранкевіч. Выпускники разных годов, однокурсники идут по обновленным музеям колледжу. Тут вся история установы протяглости у 70 год. От машина будовничьего техникума до политехничного колледжу. Адукацию тут отримали керовники предприемства не только Беларуси, а и России. Знакомитые деятели. Вот как раз будет в июне, это будет 60 лет, как я закончила технику. Подрыхтовку у колледжи ведут по 7 специальностях, сярод новых и надзвычай популярных – мехатроника. К нам приходят учащиеся, которые зашли не просто так, а они ориентированы именно на политехнический колледж. Тогда, когда мы можем не просто показать какую-то неживую лабораторию или неживую мастерскую, а именно пересечь их с нынешними учащимися и показать, чем конкретно они занимаются и что они получат в итоге, вот тогда и очень сильно заинтересовываются дети, и тогда вот они выбирают наше учреждение. Выпускники Могилевского политехничного колледжа отримовывают 100% размер на предприемстве Могилёва и Могилёвской области. И специальности тут открывают згодно потребам часу. Например, у новом навучальном годе открыть набор на логистику. Теперь тут навучается около 1400 подлетков. Выпускники колледжу мают выбор накироваться на первое працоўное место альбо поступать одразу на третий курс высшейшей навучальной установы. Крысціна Каранкевіч, Александр Артемьев, Новина регион.